В семье все нормально. Хорошо. Угу. Жалобы на физическое состояние у вас нету? Нет. Яна Грачева воспитывает двоих детей. Когда женщина узнала о третьей беременности, ее охватил страх перед будущим. Яна несколько месяцев назад решила сделать аборт, но ее отговорили. Гинеколог отправила пациентку к штатному психологу при женской консультации. Специалист отговорила Яну прерывать беременность. С психологом мы поработали и решили оставить. С мужем поговорил, муж решил, что будем оставлять. При женской консультации центральной медсанчасти есть отделение медико-социальной помощи. В нем работает юрист, соцработник и психолог. Лечащие врачи отправляют будущих мам к этим специалистам. В основном рекомендуют обратиться в отделение тем, кто не уверен в своем будущем. Сложная жизненная ситуация, ненадежный партнер и другие обстоятельства. Сколько женщин, столько и историй. Это матери-одиночки, малообеспеченные, несовершеннолетние, женщины группы риска. Мы, конечно, оказываем психологическую помощь, эмоционально стабилизируемых, формируем правильную ответственную позицию к предстоящему материнству. Также мы обращаемся в организацию «Ульяновская социальная защита», органы опеки и попечительства, и вместе определяем межведомственный подход. Действительно, чтобы привести в этот мир маленького человека, надо быть уверенным в своем будущем. Так считают организаторы демографического форума, который проходит в Ульяновске. Федеральные эксперты высоко оценили местные меры поддержки. Однако надо бы расширить направление. 37 мер в Ульяновской области, в отличие от других регионов. Но, тем не менее, вот непосредственно по беременным. Из этих 37 мер только одна мера касается беременных. Остальные касаются семей с детьми, уже детей и так далее. И задача этой стратегии сессии будет выработать меры, непосредственно направленные на беременную женщину. Чтобы семьи были большими и счастливыми, следить необходимо и за мужским репродуктивным здоровьем. В целом, общество надо бы просвещать и образовывать. Изменится их отношение к семье, изменится их отношение к родительству. Вот тогда это будет правильно. И когда наши мамы будущие, папы будущие будут здоровы. Вот только на перекрестии всех этих трех моментов мы, наверное, и получим результат. Форум будет проходить на протяжении нескольких дней. В программу войдет стратегическая сессия и круглые столы в медучреждениях и отделениях соцзащиты Ульяновска. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.